К другим новостям. В третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. В нынешнем году праздник приходится на 18 июня. На протяжении многих лет лучшие работники здравоохранения Карагандинского региона удостаиваются премии Акима области. Среди кандидатов – врач-онкогинеколог Канагат Жумакаева. Свой трудовой путь Канагат Даулетхановна Жумакаева начала в 1989 году, когда после окончания Карагандинского медицинского института начала работать в родильном отделении первой больницы города Никольск. С 1998 года и по сей день работает врачом-онкогинекологом в областном онкологическом диспансере. А с 2011-го заведующая онкогинекологическим отделением диспансера. Сегодня Канагат Даулетхановна – врач-онкогинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. Она постоянно повышает свою квалификацию в учебных заведениях Казахстана и за рубежом. В 2015 году награждена почетной грамотой Управления здравоохранения Карагандинской области. Коллеги характеризуют врача Жумакаеву как активный, трудолюбивый и обязательный специалист. Канагат Даулетхановна в совершенстве владеет всеми современными методами лечения онкологических больных. Всегда внимательна к пациентам, которые выражают ей благодарность и признательность. А коллеги всегда прислушиваются к ее авторитетному мнению. Одним словом, Канагат Даулетхановна Жумакаева – врач с большой буквы, на счету которой немало спасенных жизней.